dvhub.ru. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо подрядной организации, которая согласилась сегодня работать и работает, вы это видите, те договоренности, которые у нас с ними есть, до 1 декабря дом встать, отдать все квартиры собственникам. Я уверен, что они с этой задачей справятся. Сегодня, конечно, администрация города помогает. Спасибо депутатам городской думы. Они приняли решение о выделении небольшой помощи для достройки этого дома. Это необходимо сделать, это надо сделать, потому что сегодня есть люди, которые ждут эти квартиры, мы их понимаем, и я еще раз повторяю, до 1 декабря мы этот дом сдадим. А небольшая помощь, сколько миллионов рублей? Ну, это около 18 миллионов рублей, хотя этих средств недостаточно. dvhub.ru